Всем привет, с вами Леви Геймс, и это Roblox Tower Defense. Это падший режим, сейчас с вами будем проходить, пробовать, по крайней мере, не то что проходить, а будем пробовать проходить. Для начала давайте сразу ставим фермы, ну это стандартно. Поставил ферму, прокачал, все супер. Для чего, кстати, делается самая первая ферма, чтобы, видите, прям до первой волны, вот уже сразу, опа, и 100 денежек нам принесло. Поэтому нужно как можно быстрее поставить, если вы там собираете фермы ставить в начале, то точно нужно их прямо до волны поставить. Пока давайте рядышком вот так поставлю еще. А давайте, знаете что, сегодня в разнобой буду ставить ферму вообще. Просто где попало буду тыкать их. Главное не забыть. Смотрите, тактика в чем будет заключаться? В том, что... Давайте вот так вот сначала сделаем. Все вроде бы нормально. Сейчас буду рассказывать. Тактика. Вот здесь вот буду размещать рейнджеров везде. Для того, чтобы они вот это все покрывали. И большую часть, ну, по крайней мере, тут били по всем. Вот здесь вот здесь. Дальше будут танки. Обязательно танки будут в начале для того, чтобы деньги там сэкономить и так далее. И самолеты. Самолеты, скорее всего, надо будет вот сюда ставить. Ну, здесь самое такое место, чтобы они побольше всего били. Ну, посмотрим вообще, хватит, нет огневой мощи. Вообще, что это будет? Давайте вообще поглядим. Я думаю, вообще надо так периодически мне делать вот такие видео, где я вам буду показывать, где можно пройти, где нельзя пройти вообще, ну, одному. Вот падший режим, допустим. Хотя можно какие-то другие тоже... режимы проходить, может быть, молотен тоже, ну, этот, который расплавленный, но как-то, или спидран, то есть надо что-нибудь такое посмотреть, как вы вообще на это смотрите, пишите обязательно в комментариях, комментарии я по возможности все читаю, люди, кто пишет, помоги мне там что-то пройти и так далее, вот как вы себе это представляете, я записываю ролик, я, ну, во-первых, по времени сам не знаю, когда я буду записывать, это всегда разное, это во-первых, во-вторых, так, сейчас, кстати, вообще хватит ли мне... Здоровье надо, самое главное. Во-вторых, я же не буду, вы представьте, мне надо будет с вами списаться. Потом нужно будет согласовать время, когда это делать. То есть время я с вами согласую. Потом это нужно будет, чтобы у вас ничего не вылетело. Несколько раз попробовать. То есть это будет вообще полнейший ужас какой-то. Так что, извините, я просто, ну, физически... Так, здоровье. Все, ну, более-менее хватает вроде бы. Я надеюсь, хватает. Сейчас посмотрим, как оно пойдет. Вообще хватит, не хватит здоровья. Так, давай. Оп. Ну, осталось совсем чуть-чуть. Кстати, здоровья может не хватить, получается. Я сколько могу пропустить? 1, 2, 3, 4, 5. Давайте-ка вот так быстро сделаем. Прям быстренько. И поставим все-таки одну вот так вот ферму. Ой, точнее, не ферму, а одну машину. Все. Вот одну машину буквально поставила. Она выйдет? Нет, вышла. Все. Отлично. Немножко, чуть-чуть нестандартная тактика. Поэтому, люди, кто пишет, что вместе поиграть, я бы поиграл, но мы можем поиграть только тогда, когда я буду играть. То есть, когда я буду, ну, играть тоже, то есть, ну, найдете меня просто. Если мы попадемся вместе, тогда поиграем. А так, чтобы заранее что-то сделать, так точно не получится 100%. Ну, просто у меня, ну, я не представляю, как это сделать. Так, давайте-ка, иногда я буду объявлять, например, там, игра с подписчиками, ну, когда-нибудь. То есть, посмотрим, такие, может, игры будут, и я буду их там, ну, объявлять заранее. И вот тогда можно будет как-то... Хотя, опять же, я иногда нахожусь в игре... Ну, не иногда, а так достаточно часто. И иногда просто спрашиваю людей, то есть будет кто играть или не будет, ну и так далее. Можно тоже попасться. Поэтому только удача, только везение. Так, пока смотрим, смотрите, что у нас вообще тут происходит. Пока одна машина. Надо, кстати, машину, я думаю, уже ставить. Такую нормальную с пулеметом. Давайте сделаю вот так. Вот одна машина вышла так, а вторую... Так, немножко я не успел, ладно, ничего страшного. Вот эта машина как раз вышла, а следующая уже пойдет с автоматом, будет тогда вообще хорошо. С пулеметом, точнее. Здесь нормально, это тоже немножко собьет, тоже хорошо. Так, а надеюсь, вот эта машина, которая первая, она успеет выйти до вот этих чуваков. Я надеюсь, успеет. Сейчас посмотрим вообще. Успеет, нет, как думаете? Успеет, нет или все? Я думаю, что должна успеть. Давай, машина, выходи, пожалуйста, пожалуйста, выходи. Выходи, ну, еще, давай, ну, нет, серьезно, нет. О, видали как, вот это вообще круто, вот это класс, просто эпичная, эпичный выход машины был. Просто с разворота выходит машина, вообще круто. Все, ждем, следующую волну не вызываем, 100%, потому что что-то тут совсем не особо хорошо, она успевает. Теперь можно вот так вот прокачать пока фермы качаются, все хорошо. Одна машина тут на подхвате. Можно, кстати, вот эту, в принципе, за 200 хотя бы прокачать, чтобы она просто чуть больше выходила. Хотя можно вообще за 60 прокачать. Но пока давайте вот так вот. Пока качаем фермы. Девятая волна. Здесь все вроде бы нормально. Можно вот так вот еще прокачать. Потом подожду. Может быть, еще вот эту прокачаю.
Здесь машина, там машина с пулеметом, все отличненько. Сейчас вообще посмотрим. Мне даже интересно, смогу ли я пройти вообще этот падший режим, как вообще будет. Ну, сейчас все увидите. Сами все посмотрите. Ничего себе, там здоровье было у машины. Вот, нормально. Настреливает, все хорошо. Еще давай, 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 давай. Оп-оп-оп-оп. Ну, нормально. Более-менее хорошо. Даже очень хорошо. Почему? Потому что можно вот так вот нажать «нет» и просто подождать следующую машину с пулеметом, когда она будет. Надо обязательно ее ждать, чтобы она этих всех завалила. Потом дальше выехала и постреляла уже по боссу и так далее. И вот эту машину все-таки я прокачаю 100%. Чуть-чуть попозже. Сейчас сначала вот эту ферму хочу за 1000. А потом ту машину надо прокачать. Надо две машины, чтобы они были прокачаны. Потому что одна, походу, здесь может не справиться. Карта не такая большая. Так, 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 здесь все отличненько. Теперь берем вот так. Теперь берем вот так. Все супер. Давайте-ка я вот так прокачаю все-таки, чтобы следующая машина выходила на 60 здоровья. Теперь вот это вот прокачиваем вот так хорошо. Здесь вроде бы все супер. Отлично. Сколько здоровья? 150. И здесь еще немножко побьет. Нормально вообще. Даже хорошо. Вот так делаем. Следующую волну не вызываем 100%, потому что надо вот так, чтобы, видите, одна вышла. Потом вторая сейчас машина выйдет, тоже будет хорошо. Супер, видите, 60. Она как раз должна снести, я думаю, потому что вот этот с пулеметом, скорее всего, не снесет, да. Не скорее всего, а точно не снесет. Давай, давай, давай. Оп, все, это уже до конца добьет, будет вообще отлично. Теперь пока ставим вот так фермы, вот сюда куда-нибудь. И вот сюда в лесочек тоже поставим одну ферму, хорошо. Так, кстати, я забыл, знаете, про что я забыл, что мне же надо прокачать еще все, не забыть. Вот так вот сделать. Прокачал я машину, а надо прокачивать же танк, правильно? Давайте смотрим, сколько здесь у нас будет. 1000, 2, 3. 3, считайте, 500, ну хотя еще. Надо будет две волны, я думаю, что подождать, но сейчас посмотрим, как пойдет. Давайте-ка сначала вот так вот. Сейчас посмотрим, сколько денег будет. Но вот эту ферму, думаю, прокачаю. Получается, будет 3500, правильно ведь? Да, будет точно 3500. Сейчас вот здесь вот все сносится. Можно здесь нет нажать. Потом вот так. Потом можно вот так. И вот так тоже сделать. Все, отличненько. 3500. На следующей волне, получается, еще я могу сделать вот так вот. И вот так. Еще, смотрите, вот так. Все, 2000 плюс 4 будет. Все, красота. Будет 6000. Я прокачиваю танк. Будет вообще супер. Для этого смотрите, как делаем. Сейчас прямо чуть-чуть ждем, ждем, ждем. Потом, я думаю, что можно прямо вызывать следующую волну. Чтобы успеть, да, давайте вот так. Потому что все пока супер. Здесь все прокачивается, все хорошо. И вызываем танк. Оп, готово. Следующий идет танк. Все, красота. Как раз это пока идет. Еле-еле, может, вот эти успеют добежать. И тогда танк выйдет и стрельнет из пушки своей разочек. И подбомбит еще вот этих. Будет вообще тогда шикарно. Но пока вот так. Так, у меня точно 8 фер, давайте посчитаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, все, супер. 8 ферм, танк вышел, красота. Просто так убьет его, значит. Ну ладно, тоже нормально. Можно даже вот так вот, смотрите, чтобы он успел потом пострелять еще хорошенечко. Вот сейчас как раз хорошо постреляет. Чувствую прямо по этим. Заряди ты свои пушки, все будет вообще круто. Делаем вот так вот, 5000. Ну, скорее всего, наверное, не хватит. Поэтому сейчас посмотрим. На 5. Тогда прокачаюсь, не хватит, еще ферму до 4 уровня прокачаю. Вот, здесь видите, как отлично. Вообще просто супер. Здесь машина добила. Вообще красота. Можно, можно сразу вызывать, потому что там же волна пойдет. Ах, немножко, видите, мне не хватило чуть-чуть. Ну ладно, ничего страшного. Вот так уж, для того, чтобы вдруг стрельнет еще танк, успеет из пушки разочек. Ну, наверное, уже не успеет, но вдруг. Пока делаем вот так. Ну-ка, ну-ка, смотрим, смотрим. Давай, давай, нет, уже не успеет точно. Он просто так завалит этого, а потом взорвется, считайте, все вот это несет. Но останется одна машина, и она дальше в новую волну врежется, будет вообще хорошо. Смотрите. Берем вот так, как качаем. Здесь все хорошо пока. Вот эту машину, конечно, тоже бы лучше прокачать хотя бы с пулеметом, чтобы она хоть пользу приносила нормально, потому что здесь она что-то так себе приносит. Давайте, наверное, сделаем, знаете как? Прокачаю все-таки я вот так. И все-таки одну машину давайте я сделаю с пулеметом. Еще, чтобы все было. Две машины, все супер, вот так. Ну просто когда 60, она прям совсем будет, ну, бесполезная. А здесь прям с пулеметом она хотя бы хоть всякую мелочь будет убивать и врезаться уже только в больших здоровых боссов. Поэтому пока так.
нормальненько. Машина и танк, все, танк впереди, это в поддержке, считайте. Красота, делаем вот так, потом делаем вот так. Все супер. Блин, просто так. Танк врезается. И машина сейчас, да? Нет, машина хоть немножко должна повредить. Было нормально. Хотя бы врезалась в босса, уже хорошо. 18-я волна, кстати. На 20-й не забываем, будут эти гончие быстрые. Гончие как собаки будут бежать такие. Здесь они выходят. Танк пока, машина, все супер. Здесь пока постреляют, вообще нормально. Видите, как хорошо. Блин, смотрите, сколько боссов. Ну, нормально. Вообще супер. Теперь даже вот так еще успею прокачать. Хорошо. Видите, как вообще классно. Так, так. Здесь. Сейчас, может, хватит вот на эту. На последнюю. И надо будет поставить, я думаю. Можно, кстати, знаете что? Может, так-то поставить вообще самолет. Не рейнджер, а самолет можно поставить будет на 20-й волне. Он, я думаю, собьет. Ну, и танки еще. Там танк с машины, соответственно. И самолет. Куда-нибудь можно вот сюда, наверное, его поставить, начать. Вот отсюда, ну-ка, вот так вот лучше, наверное. Да, смотрите-ка, ну-ка, только давайте посмотрим. Вот сюда в уголочек поставлю, давайте еще смотрим, как он тут будет. Ну да, нормально, как раз на последней волне будет самое то. Вот так, отличненько, смотрите-ка. Супер, это даже хорошо, потому что, чтобы следующий танк уже вот этого убил, и еще где-то половина там здоровья останется, даже больше, и пойдет уже за другими чуваками. Так что будет вообще хорошо. Можно сразу нет нажимать. Сейчас, может, денег хватит, как раз 5000 вот эту ферму прокачаю. Будет вообще отличненько. Смотрим, что здесь у нас происходит пока. Да, денег хватило, 5000 прокачиваю. Теперь делаю одновременно вот сюда вот вставляем самолет. Вот так. И пошел самолет. Просто отлично, видите как. Отлично. Все, красота. Теперь берем вот так вот. На следующий можно, кстати, даже самолет на максимум прокачать. Ну так, на всякий случай. Во, даже можно подождать. Смотрите, ждем. На максимум ждем для того, чтобы... Все, на максимум подождали. Вот так. Теперь можно сделать... Сейчас посмотрим. Может, самолет реально на максимум или пока. Ну, давайте чуть-чуть подождем. Хотя вот здесь вот эти могут. Давайте лучше на максимум. На всякий случай, чтобы была лучше безопасность. Безопасность превыше всего. А потом уже деньги. Правильно? Да, я думаю, что так будет эффективнее и получше. Берем вот так. Ферма подождет один разочек, ничего страшного. Здесь все всех сносят вообще абсолютно. Просто круто. Ждем. Последняя ферма. И все. И красота. Фермы закончились. Теперь начнется война. Все, конец фермам. Давайте, знаете, что сделаем? Можно еще, например, поставить еще одну вот такую штуку. Тоже пусть здесь стреляют. Ну, давайте вот с этой стороны, наверное, лучше. Самолеты тоже пригодятся. Оп, готово. Можно даже два самолета. Потом можно рейнджера тоже будет поставить. Сейчас посмотрим, как, кстати, самолеты вот с этим справятся. Получается, без рейнджера. Так, так, так. Ну, здесь этот врежется нормально. Отнял здоровье, хорошо. Оп, ракетку туда запустил. Хорошо, дальше самолет полетел. Еще запустил, красота. Так, надо подумать, куда уже ставить рейнджера. Наверное, вот сюда начать одного, допустим. Или хотя лучше вообще вот сюда его поставить. Наверное, здесь будет даже... Ну, давайте вот сюда одного поставлю, сейчас посмотрим. Здесь, кстати, 800 здоровья у него. Это так, многовато, достаточно. Ну, сейчас вот этого еще прокачаю. Ну, все, дальше уже вот так. И дальше давайте все-таки одного вот так вот возьму. Здесь можно стакать? Нет, надо попробовать. Ну-ка, нет, не стакается, похоже. Ну, или я что-то сделал не так. Вот так вот сделаю. Пусть, кстати, он стреляет по самому сильному. Снимал побольше ппшек. Здесь самолеты справляются, хорошо. Здесь справляются, там справляются. Ну-ка. Да, вот лучше получается вот здесь вот ставить. Потому что они даже вот на этом уровне здесь все закрывают. Плюс, ну нормально, да. Давайте так и сделаю. Здесь все хорошо. Идет стрельба, пальба. Так, вот мне интересно, может все-таки можно как-то застакать? Вот кто знает. Если честно, не помню, стакал я здесь когда-то или нет. По-моему, здесь можно застакать. Ну-ка, давайте-ка попробуем.
О, отлично, я же говорю, я же помню, что стакал. Значит, все отличненько. Видите, как классно. Может застакать, может и наверху еще может застакать. Тогда вообще будет супер. Давайте тогда на первого все-таки переключим, пусть по первому стреляет. Здесь. Сейчас посмотрим, сколько они отнимут. Танк еще у нас. Ну вот, отлично. Все, справились. Просто супер. Давайте тогда пробовать стакать. Так, ну-ка сейчас я вот здесь посмотрю. Но здесь тоже нормально, кстати, на максимальном уровне. Так что можно одного еще вот сюда вот сделать. Вот так берем. Хотя вот здесь как будто бы не застакается. Нет у вас такого чувства? Да, скорее всего, здесь не... Вот здесь должно застакаться. Здесь, скорее всего, нет. Ладно, давайте тогда вот сначала вот сюда сделаю. Оп. Отличненько. Стак готов. Еще. Ну, давайте. Да нет, наверное, все-таки не надо. Давайте здесь пока стака не буду. Лучше вот сюда размещу. Вот так вот. Отлично. И вот здесь лучше я застакаю. Вот так вот. Здесь должен застакаться. Смотрите-ка. Оп. Ну-ка смотрим. Да, все супер. Видите как. И вот сюда вот. Тоже можно будет стак сделать. Но здесь, кстати, тоже такое как будто бы не делается. Нет, все сделалось. Все отличненько, смотрите-ка. Вообще супер. Вот так делаем. Прокачиваем. Еще делаем. Прокачиваем. Отличненько. Теперь можно, кстати, в принципе, поставить вот сюда сразу. Наверное, вот сюда лучше. Давайте-ка как-то даже... Ну, давайте, ладно, вот сюда поставлю. Плохо, что вот эти самолеты, получается, у меня будут такие. Без всего. Надо было сначала... Ну ладно, давайте вот так. Надо было сначала, получается, этого поставить. Ладно, тоже так неплохо. Главное, рейнджеры все застакались. На эти пару самолетов ничего страшного. Все остальные уже будут с бонусом. И будет все хорошо. Давайте вот так вот. Еще один самолет. На всякий случай, потому что невидимки тут. И надо, кстати, наверное, вот одну даже прокачать на максимум. Так, кстати, а танк? Танк только один, серьезно? Это плохо. Ну ладно. Пока так нормальненько. Стрельба идет вроде. Самолеты летают. Все хорошо. Пока даже неплохо, я бы сказал. 28-я волна, кстати. Надо не забывать, что на 30-й волне пойдет этот быстрый один. Будем пока думать, чем его останавливать. Наверное, нужно будет рейнджерами его останавливать. Так, я пока, смотрите, вот сюда. Давайте вот так вот аккуратненько посмотрим, куда тут можно. Наверное, вот сюда. Отлично. Дальше потом еще одного вот сюда. Вот так давайте-ка застакаем. Оп, готово. Сейчас еще вот так сделал. Теперь можно еще одного. Так, давайте-ка смотрим. Вот здесь вот нормальное место. Да, получается, надо как-то вот сюда попробовать застакать. Вообще застакается? Нет, сейчас будем смотреть. Здесь, скорее всего, не застакается, потому что здесь какая-то такая себе неровность. Ну-ка, смотрим. Давайте-ка. Да, не застакается. Видно сразу, видите, что... Не, ну, конечно, не всегда сразу видно, но здесь, скорее всего, да. Видите, здесь нет такой возвышенности. Вот здесь вот застакается, например, скорее всего. Ну ладно, тоже неплохо. Кстати, сколько рейнджеров осталось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А, ну все нормально. Вот так вот, 9. И 10-го можно, в принципе, вот сюда даже куда-то. Все, отличненько. Теперь давайте-ка я еще немножко одного поставлю. Вот сюда. Вот так вот, и давайте вот так. Давай-давай, пошла пальба. Все нормально. О, да, видно, видите, вообще хорошо. Супер, легко. Завален, так, точно у меня 10? Давайте посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, все, 10 рейнджеров, все отличненько. Теперь можно их, кстати, даже прокачать уже, я думаю, вот так вот раз. Потом еще вот так вот раз. Все отличненько. Прокачались. И все хорошо. Пока копим деньги, также все прокачиваем. Здесь пока все легко. Все валятся. Здесь считайте, вот знаете в чем? Я думаю, здесь что может получиться? Может быть. Эти, которые с пиками идут, они быстрее идут. Они вот до сюда пока дойдут.
быстрее, пока там босс будет идти, кое-как там ногами своими топать, он в принципе здесь никого не заденет. И поэтому мои рейнджеры будут стрелять по этим пока, которые с копьями. И все остальные будут тоже по ним. А потом он, когда, я надеюсь, они всех уничтожат, когда вот здесь вот будет босс, например, где-то вот здесь. И потом все по боссу. Ну, я надеюсь, что это так. По крайней мере, в плане так у меня. А дальше посмотрим уже на практике, что получится. О, еще пошел. Здоровяк один бежит. Ну, он идет, видите, первый. Здесь вообще не страшно, потому что здесь его вообще завалят. Тем более, у меня рейнджеры еще стали мощнее. Поэтому здесь самолет добавился. Здесь все легко, видите. Вот здесь надо смотреть, кто тут будет выпадать. Какие? Давайте-ка вот так вот еще сделаем. Тут главное, чтобы невидимок много не выпало, получается. Ну, хотя у меня самолетов должно хватить, но, кстати, лучше все равно прокачать еще один танк. На максимум, я думаю, вообще прокачать танк. Чтобы точно было уже хорошо и было все вообще отлично. Ну-ка, здесь смотрим. В принципе, все, уже следующую давайте вызывать. Потому что уже завалят. Так, давайте-ка вот так вот. Оп, успел. Все, супер, успел танк. Вызвать один. И надо вот этот еще прямо на максимум сделать один танк, чтобы было точно хорошо. Смотрите, какая толпа идет. Полная жесть вообще. Гигантский босс. Просто один за другим. Идет, идет. У него на спине, так, кстати, видели что? У него нож в спине. Ничего себе, я даже не смотрел, не видел такого. Полнейшая жесть. Посмотрите, даже не нож, а меч какой-то. Это просто круто. Так, давайте-ка, знаете, что сделаем? Вот это ускорим пока. Пусть вот этих завалят, ну, большинство. А дальше уже вот эти пойдут, тайные боссы. Так, так, так. 20. Все, отличненько. Выходит еще один. Отлично. Вот там невидимых, правда, куча. Так, теперь надо думать. Я как раз его вызвал, получается. Тут не просто так. Но здесь самолеты еще помогут, и это хорошо. Да, самолеты вообще отлично помогли. Просто супер. Красота. Так, все, давайте следующего вызывать. Ну, в принципе, все уже ясно и понятно. Дальше можно еще вот так вот уже прокачивать чуваков моих рейнджеров. Вот так, потом вот так, отличненько. Пока до 4 уровня, а дальше, соответственно, буду уже прокачивать на максимум чуваков моих. Посмотрим, что там будет на последней волне. Главное, есть танк, на всякий случай один. Первый идет такой на разведку, а второй просто добивает. Здесь пока война, тут стрельба, все что угодно. Видите, вот эти все не страшны, все тут вообще, они все вон что взрываются просто так, где-то непонятно где. Стрельба идет. Давайте, знаете, что сделаем? Вот так вот. Ускорим разочек. Теперь можно вот так вот еще сделать. Так, нормально, нормально. Просто сейчас чуть-чуть он передохнет и еще раз запустит. Кстати, надо уже командира еще, я думаю, ставить, потому что что-то уже становится уже опасненько. Они прям далеко ходят. Ждем, ждем еще несколько секунд. Здесь вроде бы нормально. Ну, в принципе, да, можно даже особо не ускорять. Лучше подождать на следующую волну, ускорить их. Потому что здесь пока хватает. Давайте вот так. Вот этого первого прокачиваем. И вот этого сейчас еще прокачаем. Оп, готов. Все. 4 уровня, все рейнджеры, вообще отлично. Этот вообще полностью он особо сделать ничего не может. Ну, постреляет он только вот. Он даже не достреливает, да, получается? Представьте, он даже не достреливает. Тогда вообще на него наплевать. Пусть он делает, что хочет. Нам на него наплевать. Ускоряем пока. Главное его завалить, потому что здесь он может стрелять уже. Так, нормально, нормально. Давай, давай. Тамплиеру. Во, все, супер. Завалили вообще, красота. Блин, посмотрите, сколько тут бомберов. Огромное количество. Жду пока еще 8 секунд. Чуть-чуть еще уже меньше осталось. 4. Сейчас еще разочек ускорю. 100% здесь надо ускорять. Вот. Ускорение супер. Так, и знаете что? Вот сейчас нужен точно командир уже. Еще один. Вот сюда я его лучше размещу. Все, супер. Два командира уже попроще. Будем сейчас смотреть, ждать. Можно потом третьего тоже будет засунуть. Ну-ка, можно его, кстати, потом спрятать за вот этим вот, просто за танком, потому что эти потом, когда чуваки пойдут. Так, давайте вот так вот сделаем. Все, отлично.
И давайте-ка вот сюда, наверное, одного. Давайте, да, лучше вот сюда. Хотя можно вот сюда даже. Ну-ка. Вот так, давайте так, да. Все. А этого почему густо нет? Странно. Ладно, делаем вот так. Сейчас точно есть густ. Все, теперь рейнджеров. Самое главное осталось рейнджеров. Прокачивать как можно больше. Этого завалили босса. Все, супер. Остались вот эти. Можно уже следующего вызывать. Тут ничего страшного. Ну что, и пойдем. Давайте вот этого уже прокачивать. Все отлично. Он все покрывает. Еще вот сейчас вот сюда тоже будет покрывать. Вообще отличненько. Ждем, ждем, ждем. Этих вообще легко пока всех, смотрите. Потом вот этого. Самое главное, вот этих начну, потому что вот эти-то вообще все здесь, видите, покрывают до конца. Поэтому лучше вот этих прокачать. Вот так вот, оп, отлично. Так, ну а что я жду? Можно ж бустить. Три командира есть, все хорошо. Они уже отлично бустят. Тут пошли, пошли, блин, эти призыватели. Смотрите, понапризывали. Вы что там делаете, зомби? Ну-ка, давайте-ка поможем братьям нашим. Побустим им их немножечко. 37-я, кстати, волна ведь уже. Сейчас вот сюда вот тоже возьмем, побустим. Отлично. Вот он, такой стреляет, блин. По кому стреляет, вообще непонятно. Не попал, это самое главное. Просто мазила. Вот сейчас по нему как раз кинулся, и у меня появится еще один рейнджер. Максимального. Оп, отличненько. Теперь вот этого давайте. Вот, отлично. Так, давай-давай, одного босса завалить хотя бы. Здесь сразу можно нет нажимать. Ну, завалим хоть одного босса, нет его. Все, одного завалили, это самое главное. Последнему уже должны справиться. Там все скинутся, танки будут тоже. Все, да, все отличненько. Супер, а эти пока выходят, как раз... Парни мои передохнут. Вот так вот сделаем. Оп. Смотрите, нормально такая. Пальба, стрельба, 38-я волна. Здесь хорошо, очень много идет чуваков, с которых денег дадут побольше. Это хорошо, пока забустим. Давай, отлично. Танк сейчас вот в этих во всех войдет прямо в тамплиера на максимум. Давай. Отлично. Просто супер. Еще забустим. Тамплиер упал. Вон там этот чувак бежит еще быстрый. Так, я тут промазал. Вот здесь вот надо вот так. Теперь еще вот так вот подбустим. Все отлично. Вот эти, смотрите, по 5. Жалко, что они денег не приносят. Его нормально, нормально. Валим, валим. И теперь вот это забустим. Отличненько. Эти вон пока идут. Ничего себе толпа. Посмотрите, сколько их. Полнейшая жесть. Здесь точно нужен буст обязательно. Постоянный, вообще без перебоя просто. Все нормально. Все, остались только эти медленные. Но медленных завалим. Вот видите, главное там уже, правда, следующая волна на подходе. Это не особо хорошо. Так, ну-ка давайте-ка поможем солдатам. Опа, готов. Еще один на 300. Вон бежит чувак. Надо быстрее вот это, вот этих всех завалить. Еще давайте вот так вот. Оп. Отличненько. Помогаем. Валим. Все, отлично. Этих всех сейчас тоже завалим. Чего у меня там здоровье не особо. Супер. Танк взорвался. Теперь вот так вот еще бустим. Красота. Это все хорошо. Это все деньги нам идут. Эти все, которые выходят, приносят деньги. Еще один. Армия становится мощнее. Вот эти все деньги будут приносить вообще огромное количество. Видали? Потому что там... Вот сюда давайте берем. Вот так, вот так. Он по кому-то тут попал, да? По самолету, что ли, по одному? Наплевать. Кстати, а что он вообще делает этим вот, военным базам, мне интересно? Похоже, ничего. Вот так, давайте. Так, 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 так. Ну, здесь по 5 тысяч хорошо приносят. Давайте-ка я вот так вот сделаю. Потом беру вот так вот. Оп, еще буст. Давайте, давайте, парни. Это должен быть еще один прокачанный рейнджер. Вот он идет, вот эти чуваки. Сейчас они будут приносить нам деньги на рейнджера. Оп, готово. Все, получается, все рейнджеры у меня. Ну-ка, ну-ка, смотрим. Да, получается, все рейнджеры. Круто. И останется только сейчас самолеты.
Давайте-ка на максимум самолетов, я думаю, лучше сделать. Теперь смотрите еще, что делаем. Вот так вот сразу бустим. Продаем. Надо бустить для того, чтобы всех уже на подходе валили. Вот так. Отличненько. Вот так вот сделаем. Теперь вот так еще тоже. Вот так, давай, тамплиера, вали, вали, вали. Тамплиера, вали. Блин, вот это там война идет. Теперь вот так. Вот так вот делаем. Теперь давайте-ка следующий танк еще один сделаем. Отлично. Вот теперь еще один буст. Так, так, так. Босс уже далеко дошел. Смотрите, где босс. А еще никто не завален. Давай, 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 давай. Валите. Ничего себе там здоровье у них. Давай, давай, давай. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Отлично. Там вышел танк. Давайте, наверное, еще один танк поставлю. На максимум его. Вот так вот делаем. Отлично. 10 тысяч. Ничего себе у него здоровья. Просто огромное количество. Давайте, парни, парни, давай. Скидываемся, скидываемся по выстрелу каждый. Ускоряем. Все, одного завалили. Остался босс один. Еще чуть-чуть и остался босс. Он стоит, пусть стоит. Тут пока ничего страшного. Теперь вот так вот бустим. Вот так еще один танк. Теперь самое главное, буст вообще без конца. Ждем, 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 смотрим, смотрим. Без конца, без конца. Так, можно вот это сразу продавать. Потому что все равно уже тут ничего нету. Давай, 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 ну. Вот так вот делаем. Теперь смотрите, что делаем. Вот это вот все, вот так вот продаем. Вот так. Теперь вот сделаем буст. И вот сюда перебираемся и начинаем ставить. Две поставили и буст. Оп. Еще два самолета поставили. И буст. Оп, два самолета поставили. И буст. Ай, блин, не успел. Блин, да вы что такое? Вы что я творю такое? Видели, чуть-чуть не хватило. Блин, потому что оглушили. Я там неправильно сделал. Чуть-чуть не попал и все. Я бы забустил, я думаю, там хватило. Там же у меня здоровье было совсем чуть-чуть. Прямо миллиметр вообще. Может, конечно, танками надо было лучше добивать, но хотя самолеты тоже хорошо снимали. Но, блин, попытка клевая, надо будет еще раз точно так попробовать. Ставьте лайки за такое, подписывайтесь на канал. Всем пока.